В Елабужском институте КФУ состоялось традиционное распределение будущих выпускников, обучающихся на педагогическом направлении. Руководители и сотрудники образовательных учреждений со всего Татарстана приехали в институт, чтобы предложить рабочие места молодым учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования. В ходе собеседования работодатели рассказали студентам о предлагаемых условиях труда и о реализуемых программах по поддержке начинающих педагогов. Мы с городом Елабугой дружим очень давно. У нас многие выпускники вашего КФУ Елабужского работают у нас воспитателями, успешно педагогами. И вот мы приехали на распределение очень в надежде большой, что мы найдем педагогов, воспитателей, специалистов. У нас в настоящее время не хватает преподавателей, поэтому очень проблемный вопрос. Желаем, конечно, найти патриотов, которые в сельской местности будут работать. Все условия есть. 25% сельских платят. Кроме этого, у нас подъемные даются ежемесячно 13%. Еще, кроме этого, 1 200 000 выделяется для того, чтобы свое жилье построить. Очень надеемся, что к нам придут педагоги, молодые педагоги, новая кровь, инициативные. Мы очень знаем и верим, что в нашем Елабужском институте, в Казанском федеральном университете очень способные, опытные, креативные молодые педагоги есть. Так как у нас уже есть опыт, в прошлом году к нам пришло с института 3 педагога. И это очень перспективные, целеустремленные девушки и один молодой человек. Отметим, что в этом году выпускниками педагогического направления в Елабужском институте станут более 170 человек. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.